R10. У них вы найдете самые смешные мемы. Ссылка в описании. Итог круче будет. Охренеть! АВП! АВП! Охренеть! Охренеть! И всем привет, с вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике я буду опять открывать кейсы. В прошлой части я открывал кейсы с перчатками, мне там выпало SSG-08 и две M4A4. Я их разыграл в группе сегодня, и сегодня я еще кое-что сделал. В общем, я решил опять открыть кейсы, уже подешевле, они стоят $3, опять на том же сайте. В общем, смотрите, это просто Viapon кейс. Самый первый кейс. Здесь оружие поменьше, но я уверен, что мне все-таки здесь попроще выпадут всякие ножи, которые я там продам и получу доллары. Потом, которые я накоплю, и пойду опять играть в этот перчаточный кейс. Ну что ж, давайте начнем. Может, хоть что-то мне выпадет. Я так уверен, что мне здесь хотя бы, ну, хоть что-то выпадет. Потому что тот кейс, который, во-первых, дорогой, во-вторых, там ничего не выпадает, в-третьих, я просто пошел в минус. Да, я в прошлом видеоролике я потратил где-то $1300. Получил, я не помню сколько. В общем, я все продал, все разыграл. В общем, сейчас у меня все, что я выбивал из тех кейсов, в общем, все то, что было, я все потратил. Да, вот так вот. Пока что мне не везет. Просто не везет. Вот, я вам так скажу. Хотя, нет, мне не везет. Потрачено $25, получено $5. Просто этот сайт, я не знаю, или просто обманывает людей, или я не знаю. Ну, я просто иду в минус. Смотрите, у меня $9 только получено. Сам пригласил, нож выпадает такой, который стоит дорого. И тогда я просто, ну, порадуюсь хотя бы. Так, $2, ну тоже нормально. Ну, хотя ладно. Пока что я все равно опять в минусе. Каждый видеоролик, ну, бас, уходит в минус. Да. И такой сейчас, офигеть, $24. Ну, все равно я немного на $1 в минусе. Но я еще сейчас отыграюсь как-нибудь. Как-нибудь, ну, честно, вот... Все, что я сейчас выиграю, там, нож, АВП, ну, точно, вот точно знаю то, что АВП, если она будет, ну, такой, средняя цена, там, ну, не супер дешевая, если она будет, ну, если она средняя хотя бы будет, то я ее разыграю в группе. Также, если нож выпадет, не, нож я, наверное, все-таки продам, потому что тогда не получится... поиграть на перчаточном кейсе. Короче, я выберу или разыграть АВП, или разыграть нож. В общем, смотря что мне выпадет. Закинул я на эту... В общем, опять на эти кейсы дофигища долларов, поэтому давайте посмотрим, что из этого выйдет. Окуплюсь ли я, или опять пойду вообще в минус. Пока что я опять же иду в минус, да. Вот напишите сейчас, сверните видосик и просто возьмите, поставьте, во-первых, лайк, во-вторых, напишите комментарий, что бы вы хотели, чтобы я разыграл в группе. Или АВП, который мне еще пока что не выпало, или нож, который мне пока что тоже не выпал. Напишите, я подожду пока что. Раз, два, три. Все. Начинаем дальше крутить. Так, ладно. Мне пока что опять же ничего не выпадает. Так, открываем дальше, в общем. Опять я иду в минус. Мне ничего не выпадает такого, чего я хотел. Поэтому как-то это все-таки не круто. Нет, все, какая-то хрень выпадает. Хоть и здесь мало чего может выпасть, но все равно я как-то получается, что в минус иду. Да. Так, давайте дальше.
Да ладно. Да ладно, да вы что? Нет. Да ладно, ну чё вы? Что вы мне даете всякую хрень? Дайте мне хотя бы АВП. Уже хоть что-то разыграю. Я уже потратил $100 где-то. Получил всего $46, блин. 108 потратил, получил 46. Мало. Очень мало. О, М-ка. Ну, $3 вообще это нормально, но нет, я все равно иду в минус. Поэтому все, что здесь происходит, это все равно очень не круто, да. МП7, который вообще ничего не стоит, да. Я все еще иду в минус. Но радует то, что я в любой момент зайду на один очень интересный сайт, на котором я отыграюсь, получу где-то, ну, также опять отыграю свои потраченные доллары, опять закину на этот аккаунт, и опять я буду радоваться. То есть как-то хоть это радует, то что я все-таки верну то, что я потратил. Очень крутой сайт. Его я не буду рекламировать, потому что... Нет, не буду рекламировать, даже о нем говорить не буду. Но есть такой сайт, на котором можно, если вы там потратили там сколько-то, можно опять это все отыграть на скинах. Ну, типа там... Ну... Ладно. Забудьте. Отыграть можно офигеть сколько долларов. Точнее, ты ставишь скины, выигрываешь другие скины, вот вообще 100%, вообще выигрываешь другие скины, которые дорогие, продаешь их и все. А потом опять закидываешь на какой-нибудь сайт. Открывание кейсов. В общем, вот так вот как-то. Так, ну давай же. Нет, да вы что? Почему не оказалось? Блин, ушло! Да вы что? Блин! Хотел помолчать, но блин, ладно. Ну, пожалуйста. Ну, почему? Почему я просто иду в минус? Блин. Да вы что? Блин. Я вообще ничего не могу получить. Вообще не везет. Просто не везет. Вообще, уже $200 потратил, получил всего 50. Блин. Не хочу идти в минус. Но придется. Давай. Ну, пожалуйста. Ну, почему? Давай еще. Да вы что, издеваетесь с этими хренями синими? Да это так нереально вообще что-то выбить. Дайте хотя бы дигл мне. И выпадает глок. Вообще нереально даже на первом кейсе что-то выбить крутое, даже нож. Он даже не показывается. Сам прикол-то какой. Вообще выбить ничего нереально. Это просто нереально. Так. Ну как бы мне все равно, я все равно это все продам. Опять закину на какой-нибудь сайт, отыграюсь там, опять закину на этот сайт. Здесь опять буду вам открывать, и выпадает дигл? Нет, не выпадает. Ха. А хотелось бы, да, дигл? Но я бы хотел хотя бы АВП. Хотя бы с АВП сегодня уйти. Ладно там нож. Ладно, пофиг на нож. У меня цель или дигл, или АВП. Ну, дигл нет, но АВП точно. Вот. С АВП я хочу уйти сегодня. Хотя бы с АВП. Не обязательно, чтобы был там нож. Хотя бы вот, чтобы АВП выпало и все. Но оно не выпадет, потому что, смотрите. Нафига мне аук? Главное, такие скины, которыми уже никто не пользуется. Ну, может, кто-то пользуется.
но я точно уже нет. И давно. Так. Глок выпал. Да вы что? Да это нереально. Это просто нереально сделать, блин. Ладно. Ну давай же. Давайте открою 100 кейсов, я уже открыл где-то. Это 42-й кейс наш. Давайте остановимся на 100 кейсах. У меня, наверное, хватит там долларов-то. Давайте 100 кейсов откроем, и все, сегодня будет... Пусть будет 100 кейсов. Может, хоть что-то мне выпадет за эти 100 кейсов. Почему я выбрал именно этот кейс? Потому что на нем мало оружия, и шанс удачи, то, что я именно получу АВП или нож, ну, все-таки, наверное, я хотя бы пытался что-то сделать. Но я опять пошел в минус. Ну, хотя не в очень такой минус, но в минус, да. На 100 долларов точно в минус уже иду. Офигеть, вообще ничего не получаю. Ну давай, хотя бы это. Ну! Хотя бы 3 доллара, ладно. Ладно, там не супер круто, но 3 доллара это ведь тоже нормально. О! Хо! Охренеть! 22! Ха-ха-ха! Вот я реально сейчас выиграл. Почти. Ну, 300 долларов уже потрачено, что там? Все равно смысла уже нету. На 2 доллара меньше того кейса с перчатками. Да, все равно я ты. Как я отыграюсь-то? Блин, ничего не выпадает. Вообще ничего. 50 кейс уже. Осталось ровно 50 кейсов, и я ухожу. Так. Нет! Ну, 3 доллара, ну вы что? Ну, выпади мне хотя бы АВП. И то круче будет. Охренеть! АВП! АВП! Ай! Охренеть! Охренеть! Просто офигеть! Вот тут думала АВП, и сразу она мне выпала. Вот, ребят, сегодня, вот я ее не буду продавать, остальное все продам. Вот я именно ее оставлю и разыграю сегодня в группе. Если, конечно, еще нож не получу. Если нож получу, то я его, наверное, продам. Я не знаю, смотря что вы напишите в комментариях, что мне разыграть. Но я пока что эти две вещи оставлю, но пока что одну вещь я только получил. 51-й кейс я открыл. И мне выпало прямо АВП. Офигеть, 41 доллар. Хоть я еще в минусе, но уже есть что разыграть в группе. Ну, есть то, чего можно продать. И опять зайти на этот сайт. Но все равно круто. Так. Не. Ну, вот самое вот интересное, то, что мне никогда не показывалось что-то желтенькое. Ну, точнее, такое золотое, похожее на нож. Ни разу на этом сайте мне еще такое не выпадало. Не поверите, никогда. Ни разу мне еще на этом сайте не выпадало нож. Или даже перчатки. Ну, перчатки, вот вы видели, что было. Вот. В прошлом видео. И такой дикол выпадает. Да. Это 6 долларов это, ну, я бы сказал, нормально. Пожалуйста. Ну, выпади мне нож, пожалуйста. Ты единственный, кто мне сегодня не выпал из этого кейса. Потому что у меня вообще есть эти оружия. Я вам сказал то, что они у меня уже не давно. Но сегодня я уже собрал все оружия эти. Только из-за этого мне не выпал только вот нож. Я вот... Теперь у меня цель — это нож. Вот точно. 100% это нож. Ну почему он не выпадает-то, я не понимаю. Почему его вообще даже не видно? Нигде. И тоже, смотрите, мигает. Типа, забери меня.
Ну, бац, забери меня нож, такой говорит со знаком вопроса. Сам прикол, открывается нож, а там какую-нибудь дешевая хрень, которая вообще не нужна никому. Или такой керамбит попадает, хотя вряд ли. Ну, все возможно. Нет! Ну почему? $3. Не. Минус. Глок, пожалуйста. Только не синий. О, глок нормально, $4. Нормально, я уже купил кейс хотя бы. Давай. Ну почему АУК, который вообще 0 стоит долларов? 0.62. Ну что такое 62 цента? Это вообще ничто. Хотя, если это, конечно, центы, если я правильно говорю. $414 потрачено, получено $191. Это очень мало. Так, давай же, нож, пожалуйста. Пожалуйста. Я тебя очень прошу, нож, выпади мне сегодня. Хоть ты мне сегодня выпади. Я не буду говорить, чтоб мне выпал нож, типа просить Габена, потому что этот сайт не создавал Габен, поэтому как бы... Ну, короче, не он создавал, и просить его нет смысла. Не получится. Ладно, ну хотя можно попробовать. Гейб, пожалуйста, пусть мне выпадет нож сейчас, пожалуйста, Гейб, я тебя прошу, ну... Да, Гейб злой сегодня, MP7. Выпало. Которого вообще ничего не стоит. Охренеть. Тут... О! Пролетел, все. Дигл. Ну, $4. Хоть я окупил кейс, но я не окупил само видео сегодняшнее, да. Я просто постоянно в минусе. Зачем я вообще... Самое, что радует, то, что это все оружие Star Trek. Вот, ну, хотя ладно. Пофигу как-то. Я уже как-то не радуюсь скинам, так как радовался раньше. Потому что я с ними уже со всеми играл. Как бы то, что они мне выпали опять, мне уже как-то... Ну, все равно. Ну, вот почему? Он что, дороже не стоит? Он может стоить, во, $2. Ни хрена! Вот с ЭГ, если мне выпадет крутая, вообще будет очень даже хорошо. Так. Не, вот сегодня точно надо все продать это. Всю эту хрень. 75-й кейс, ребят. Мне пока что не выпало ничего такого крутого. Ну, кроме АВП. Остальное я все продам. АВП разыграю, если я не получу синий нож, хотя бы АВП разыграю. Только ее. АВП это же она. Хотя хрен его знает. АВП оно. Но АВП же это не он. Хотя все равно. Это она. Так. Не, мне вряд ли сегодня нож выпадет, потому что, ну, не везет. Смотрите. Еще раз открываем. Ни хрена вообще. Вообще ничего. Пусто. Ну. Не, мне ничего не выпало. Так, ну давай же, ну пожалуйста. Зря я пошел, конечно, на этот кейс, но дело в том, что я хотел что-нибудь разыграть в группе. Хотя бы АВП разыграю, как я уже сказал. Следующее, то, что я сниму, это, наверное, будет через несколько дней, возможно, открывание каким-нибудь... Открывание хоть что-нибудь открою. Я подумаю, что.
Ну, потому что здесь у меня ничего не открывается. Хотя на других сайтах тоже иногда не открывается вообще ничего. Здесь хотя бы что-то открывается. Иногда. Хоть иногда, но открывается. О, пожалуйста. Пожалуйста. Давай. Нет! Самое дешевое. Восемьдесят шестой мотив кейс. Да ладно! Просто. Я потратил 554 доллара. Реальных денег, ребят. Вообще обидно, ребят. Обидно. Хорошо, что я без веб-камеры. Это реально обидно. Вы не поверите. А получил всего 226 долларов. Очень мало. Продолжаем открытие. Еще до 100 кейсов далеко. Ну, точнее, как далеко. 20 кейсов и все, будет 100. Мне должно повезти. Ну, пожалуйста, ну выпади мне хоть что-нибудь. Давай. Ребят, это 91 кейс. И пока что из него выпадают всякие синие хрени. Пока что это все, что мне сегодня выпадает. Если кто не знает, то я все еще в минусе. Постоянно. Да. Я бы хотел хоть чуть-чуть уйти не в минус. Так. 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 Блин, ну почему? Ладно. Вот, ребят, я потратил реальные деньги, чтобы снять этот видеоролик. Пошел в минус и, в общем, пошел в минус, да, вот так. Но я вам уже сказал то, что я это все отыграюсь. Я вам уже сказал про сайт, на котором всегда вот 100%, вот 100% есть вариант то, что я все-таки выиграю там. Вот я всегда там выигрываю, поэтому я всегда возвращаюсь в эти кейсы. Так, потому что у меня есть специальная тактика. А в этих кейсах, блин, никогда не висит. Я вот сколько собирал? Я 3 года собирал вот эти вот все скины. Когда-то, я помню, я когда-то давно, вообще давно играл со стандартными скинами. Да, это было очень давно. И мне это не очень нравилось. Потом я просто взял, стал покупать кейсы, все, стал выигрывать, получить супер скины. А потом как-то за 3 года я набрал все скины. Ну хотя нет, у меня не все скины в CSGO есть. Не все. Если бы у меня были все, то я бы считался каким-то супер крутым. У меня есть все, почти все оружия в CSGO, но разного качества. Те, которые не очень качественным, я их стараюсь как-то их или не использовать, или разыгрывать в какие-то моменты, когда там, правда, нужно заработать на что-нибудь, чтобы открыть, например, кейсы с перчатками и выиграть что-то новое, например, перчатки. Вот я тогда продаю или там разыгрываю ненужные скины, которые там, например, Dragon Lore какого-то неправильного качества. А снимаю я видео всегда с оружиями, которые прямо с завода. Так, все. Я даже немного перестарался, и я тут 103 кейс уже открыл. Ну ладно. Я не знаю, почему даже хватило. В общем, на данный момент я потратил 656 долларов, получил я где-то 244 доллара. Я не выбил нож, но я получил АВП, и сегодня я разыграю АВП. Это очень даже круто, но я еще один секрет вам расскажу. Я открою сейчас последние 3 кейса, потому что мне еще хватает, я немного не рассчитал, у меня еще хватает немного, ну, совсем немного, чтобы открыть несколько кейсов. Вот последний сейчас будет кейс, который я открою и уйду отсюда. Мне сегодня, ну,
Конечно, не повезло, но все, ребята, это сейчас будет последний кейс, и все. И надо бы уже говорить пока. Так, последний кейс. И что же нам из него вылетит такое, чего я еще не видел? Да. Такого я еще не видел. Точнее, видел. Ну все. В общем, ребят, я пошел в минус. У меня сейчас я выиграл. Точнее, я потратил на это видео 675 долларов. Вы представьте, сколько это реальных денег. Я потратил реальные деньги на этот видеоролик, чтобы получить нож. Но я его не выбил, зато я выбил АВП. Я получил сегодня 261 доллар. Давайте вычтем там, например, там, сколько там, 43 доллара на АВП. Вот столько денег у меня останется здесь на счету, то есть я все скины продам, останется только АВП, который я сегодня разыграю в группе ВКонтакте, Nubass Company. Остальное все. Мы открыли сегодня 106 кейсов, у меня тут немного еще осталось, но я все-таки оставлю это на следующий видеоролик. Хотел все-таки оставить. Ладно. В следующем видеоролике давайте я все-таки попробую опять открыть кейсы с перчатками. Все-таки попробую. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Nubass. Пишите комментарии под видео. И всем пока.